Зимой, когда я сдавал сессию, мои однокрупники предложили мне готовиться к зачёту вместе и сказали: «Так, мы точно сможем все выучить и не сядем на экзамене в лужу». Я согласился с ними, но не понял, какие могут быть лужи в такое холодное время года. Сесть в лужу, оказаться в неловком, глупом и смешном положении, потерпеть неудачу. Фразеологизм «сесть в лужу» уходит своими корнями в историю Древней Руси. Раньше на Руси широко практиковались уличные кулачные бои. Конечно, такие бои проходили и в Европе, однако назывались по-другому – рыцарские турниры. Но всем известно, что на Руси погода бывает разной, но бои проводились в любую погоду. Конечно, каждый из молодых людей, разгоряченных азартом, хотел победить. Если бойца повергали на землю, он оказывался в луже, то, соответственно, такое положение казалось крайне смешным. Отсюда и родилось вот это выражение – «сесть в лужу», то есть оказаться в крайне невыгодном, посмешном положении. А на моем языке это звучит так – «чу ян сянь».